Всем привет, друзья! Короче, приехали в такое очень крутое место. Да что вам говорить, сейчас я вам все покажу, короче. Идемте. На Уральчике. Идемте, друзья, все покажу. Селфи-палочка, камера. Все, как вы любите, друзья. Так, надо вам показать вот этот вот. Это вот такой небольшой уклончик, скажем так. Природа просто пушка. Природа вообще шикарная, классная. Я, конечно же, не профессиональный, не как Дмитрий Комаров, блогер. Вот, я любитель, поэтому стараюсь вам попроще все объяснять. Идемте посмотрим. Такое здесь прикольное, шикарное место. Вот мы здесь первый раз. Вообще в первый раз. Вот. Мы уже здесь походили, пофоткали. Но еще не были вот на смотровой. Сейчас пойдем на смотровую. Посмотрим, что она себе представляет. Такое чувство. Ходил, снимал в шлеме. Сейчас снял шлем специально, чтобы снять видео на 360 градусов, чтобы меня было слышно. Вот, смотрите, друзья. Вот это вот шум. Шум воды. Переродка супер. Так, идемте дальше. Я надеюсь, меня слышно нормально. Несмотря на шум воды, мох. Смотрите, какое классное будет фото отсюда. Так, друзья, идемте дальше. Пробираемся сквозь вырубленные деревья. О. Я вот так и не понял, это смотровая или кто-то домик построил. Крылечко сюда. Наверное, кто-то построил домик. Или же смотровая. Наверное, все-таки смотровая. Там вон лавочка. Блин, ну мы туда заедем на обратном пути. Блин, вообще так прикольно. Еще по кайфу. Мне уже жарко становится. Вообще круто. Камушки аккуратнее. Это бетон щебень. Да, вообще крутой видок. Давайте дойдем туда. Блин, ну тут опасненько, конечно. Очень типа ко мне. А офигеть, камень считается. Лучше, наверное, здесь будет собраться. Вообще шикарный вид. Сюда можно же заходить, наверное. Я думаю, да. Вот она, друзья, смотровая. Там даже лед. Ну да, тут попрохладнее, конечно. Попрохладнее, конечно, воды. Все-таки вода с гор. Горная вода холодная течет.
лесенки. Наверное, все-таки сюда можно подняться, я так думаю. Но не знаю. Это же не частное домовладение. Наверное, нет, идемте. Блин, прикиньте, сейчас кто-нибудь сидит там, чаёк пьёт, а я бах с камерой. Вообще, прям, ну реально круто. Не птичка, однако. Погнали дальше. Вот там везде проволока огорожена. А прикиньте, меня штрафануть. А прикиньте, это частная территория. Реально. Походу, да. Сваливаем, короче. Походу, это частная территория. Но я могу ошибаться, я не знаю вообще. Я по таким местам в первый раз лазил. Вот. Поэтому могу ошибаться. Но все-таки сейчас фоточки сделаю прикольные.